белоснежная дверь встроенного шкафа, которая имеет форму треугольника. Треугольник этот повторяет форму стен. Открывается нажатием с помощью типона. И внутри мы обнаружим вот такую необычную, вынужденную форму. ДСП задней стенки. Петли без доводчиков, естественно, и без пружин, как и полагается для типона. По бокам шкаф имеет фальшпанели. Фальшпанели перекрывают какие-либо неровности стены, а также зазор от шкафа до стенки. Все это покраски белого глянца.